Последний день масленицы отпраздновали в Астане. На протяжении всей недели славяне пекли блины, ходили в гости и поздравляли друг друга. По традиции праздник сопровождался танцами, заводными частушками и народными песнями. Также гостей гуляния угощали главным лакомством – блинами. Для пришедших на праздник были организованы спортивные конкурсы. Желающие могли потягать гири и проверить себя в борьбе. А в перерывах между конкурсами людей развлекали творческие коллективы этнокультурных объединений города. Несмотря на мороз, на площади у дворца Жастар собралось много людей. Завтра у православных христиан начинается Великий пост, который продлится 48 дней. Дорогие гости, жители столицы, дорогие наши казахстанцы, поздравляю вас всех с праздником Масленицы. Сегодня мы провожаем Масленицу. Сегодня день прощения у нас. Сегодня мы просим у всех прощения. Желаю в этот день, чтобы все были радостны, чтобы у всех было хорошее настроение и, главное, здоровье.